Свои 83 на этих выходных отметил город Химик Северодонецк. Праздновали с самого утра и в разных концах города. На площади Мира стартовал легкоатлетический забег. Возле одного из корпусов Далевского университета прошел велопробег, а на чистом озере плавали на катамаранах и байдарках. Вечером на площади Победы праздничный концерт. Награждали учителей, деятелей искусства, правоохранителей, медиков и победителей Олимпиад. Также присвоили звание почетный гражданин Северодонецка местной писательницы Светлане Талан. После этого на сцену поднялся приглашенный гость, победитель одного из украинских талант-шоу Дмитрий Бабак. За празднованием Дня города наблюдала Анастасия Волкова. 18:30, площадь Победы. Севердончан с Днем города поздравляет городской голова. Награждает денежными призами, цветами и подарками тех, кто развивает Северодонецк. Позже делится своими планами на будущее. В наших планах создать мощный медицинский центр. Мы вложили очень большие деньги, больше 170 миллионов, для того, чтобы модернизировать, улучшить, насытить современным оборудованием наши детские дошкольные учреждения и школы. И будем делать много еще чего для того, чтобы наш город был и оставался самым лучшим городом в нашем районе, в нашем крае и на Украине. Особую награду в этот день получила писательница северодончанка Светлана Талан. Ей присвоили звание почетный гражданин Северодонецка. Ця нагорода – це якийсь стимул ще більше писати і прославляти своє місто за межами, навіть не тільки по всій Україні, за межами України. Я дуже щаслива, відчуваю хвилювання і радість. Торжественная часть закончилась. Танцуют все. Поет Дмитрий Бабак, победитель одного из украинских талант-шоу. Дмитрий родом из Луганщины. Родился в городе Петровское Антрацитовского района, ныне оккупировано. Закончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. По специальности эстрадный вокал. И хоть сейчас живет в Киеве, по дому, говорит, очень скучает. Когда только въезжаешь в Луганскую область, либо же въезжаешь в Донецкую область, вот сразу запах, вот сразу эти места, сразу эти терриконы, эти дороги, эти поля. И ты понимаешь, что это вот действительно вот как бы твое. И как бы ты понимаешь, откуда ты. Ну вот я не знаю, это какие-то дает такие ощущения. Ощущение дома, ощущение уюта. С концертами на Луганщину артист приезжает не впервые. Рассказывает, 10 раз выступал для военных на передовых позициях. А в День города спел эксклюзивно и для подий. Не для меня придет весна. Не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, «Подим».